Сегодня, когда играл на проекте Темта провинция на третьем сервере и ловил 7 известных хасанщиков, я обнаружил в базе штрафов некого Самуэля Скалета 6 миллионами штрафов на Ешке 212. Вдобавок он еще и состоит в ОПГ, поэтому при погоне за ним нужно быть максимально осторожным. Поначалу, когда мы его нашли, он даже остановился, но потом уехал. В целом, Ешки я уже догонял и все их уязвимости знаю, поэтому погоня, я думаю, будет легкая. А кстати, он уже летит больше 250, я его догнать не могу, поэтому это расстрел. Короче, когда я его догнал, я открыл огонь по его машине и даже затоталил, но он решил не сдаваться, а дернуть интернет. А дальше я в чате увидел, что вблизи со мной сотрудникам требуется помощь с ОПГ, поэтому я рванул туда. По приезду ОПГшников оказалось всего 3. С двумя мы быстро справились, а вот третий держался до конца. Только вот не так уж и долго. Короче, как-то так проходит типичный день сотрудника МВД.